С приятных новостей началось сегодня заседание Кабинета министров Чувашии. Глава региона Михаил Игнатьев рассказал, что благодаря поддержке ОАО «Газпром» в республике будет построены долгожданные километры газопровода от Чебоксара-3 до Харкасов, от Новочебоксарской ТЭЦ-2 до промзоны. Газопровод распределительный высокого давления для закольцовки Чебоксарской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ-3. Газопровод среднего давления от Чебоксарской ТЭЦ-1 до центральной части Чебоксар. На днях председатель правления акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер подписал план-график газификации по нашей республике. Напомним, что Чувашии было представлено 4 объекта. Исходя из плана, до Нового года республика получит 270 миллионов рублей. В следующем году еще примерно столько же. Алексей Борисович наши договоренности полностью выполняет. И мы, конечно, свои обязательства, Иван Борисович, и министры, которые курируют по функционалу, свои взятые обязательства надо выполнять для того, чтобы вот более чем 1 миллиард рублей, если взять с учетом Заволжья, мы получим инвестиции за счет «Газпрома». Если раньше мы такие объекты проводили за счет бюджета республики, за счет бюджета муниципалитетов практически, мы здесь только разрешительную документацию оформляем, все остальное практически они укладывают. Министр сельского хозяйства республики Сергей Павлов проинформировал участников заседания, что целевая программа развития мясного скотоводства в Чувашии на 2012-2016 годы прошла отбор экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов России. Предусматривается предоставление субсидий на возмещение часть затрат сельхозного производителя на строительство, в том числе создание объектов инженерной структуры, репродукторных мясных ферм с цехом по убою и переработке мяса за счет средств как федерального, так и республиканского бюджета в размере 20% стоимости строительства. И при том, что ферма должна содержать не менее 100 голов масочно-поголовья крупного рогатого скота мясного направления. Члены Кабинета министров также утвердили величину минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. До 2015 года горожанам предлагают платить по схеме 5 рублей 20 копеек на 1 квадратный метр общей площади помещения. Принятие настоящего проекта позволит обеспечить своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в соответствии с утвержденным перечнем. Проект был размещен в сети интернет для публичного обсуждения, согласован с органами местного самоуправления, заинтересованными министерствами и ведомствами, а также прошел процедуру обсуждения на общественном совете при Минстрое. А почему цифра 5 рублей 20 копеек? Она установлена в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации по необходимому размеру федерального стандарта. Рекомендуемая она, да. На территории Чувашской республики. Еще одним приятным сообщением стало оглашение результатов всероссийского конкурса в области физкультуры и спорта Минспорта России. В номинации «Регион России» в категории «Завклад в развитии спорта» лучшему субъекту России победителем признана Чувашская республика. Поздравляю всех вас за эту эффективную работу. Галина Титарчук, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика.